Австралийские эму отличаются от своих африканских собратьев меньшим размером. Их вес в среднем 30 килограммов. Еще одно отличие – количество пальцев на ногах. У австралийцев их 3, а не 2, как у африканцев. Кормят их комбикормом, овощами и фруктами. Больше всего они любят капусту и яблоки. Новые питомцы отличаются мирным характером и общительностью. Они уже стали любимцами гостей парка. Иди, иди. Укусит. Ну, давай. Укусили, дайте чуть-чуть еще рычать. Нет, не укусят, не бойся. Во, давай. Ну, осторожно. Ну, поднимай. Самка австралийских эму отличается от самца более ярким цветом макушки. Возможно, эта пара сможет произвести потомство. Они способны размножаться в неволе. На случай, если у страусов появятся яйца, а высиживать их они откажутся, сотрудники дендрария готовы вырастить молодняк в инкубаторе.